Доброе утро всем! Ну или добрый вечер. Меня зовут Аверке. Сегодня у нас уже третий день недели влогов. Сейчас я буду краситься. Собираюсь в универ. И пока я крашусь, я смотрю видео разных ютуберов. Сегодня это моя любимая Маша. Наконец-то выпустила видео за довольно долгое время. И очень скучала. Вот, так что это будет прекрасное утро с прекрасной компанией. Я же типа влог снимаю. Ты вообще смотришь мои видео, женщина или нет? Я вот именно женщина. А женщина не смотрит. В общем, я сегодня вообще ужасно, ужасно прям плохо работаю. Ничего не снимала. Ну, так скажу, что я была в лапке. Потом пошла есть, потом редактировала видео. Видео рада саганда. Ты же все равно не смотришь мои видео, так что хазар бельвол. Вот пришла в гости к Жадох, потому что пока что я буду в универе до вечера. А в столовке сидеть уже не хочется. Шумновато. Да и еда все время соблазняет. Так что я пришла к Жадох. Сейчас буду, не знаю, что-нибудь, может, посмотрю, почитаю. У-ху. Мне нравится книга. Вот. Давненько я ничего такого не читала. Много так. Фантастика. Волшебство, там колдовство, всякое такое. Буду читать. Чай варма? Не нас там дома? Ну, он без бочаник. А, ну, подставка. А, окей. Поставим чайник. На цель джил с самбом, тумбочка. Тут вообще уже дох. Так уютно. Все так по-домашнему. Вон, сейчас покажу. Это Жадох, кстати, Жадох. Привет, Тизи. Привет. Это Жадохкины мишки. Да, их много. Там больше. Угу. Сердечки. И тут еще классные фотки. Мои любимые. Со дня свадьбы Жадох. Пост. Тут еще ботины фотки до сих пор висят. Ладно. Где малышки? Сенсовалха. Одна из причин, по которой я люблю приходить в эту комнату. Причин-то? Одна из причин, Дим. Это вкусный чай. И не просто чай, а с медом. И не просто с медом, а с орехами. И не просто с орехами, а с домашними, вкуснейшими орехами. Рахмет, Жадох. Балуешь меня вообще. Кет косам гестимен. Кунге варам. Чё не тю кайтат мне кетам гет ким десим. Just look at yourself. You're pathetic. Do you have friends? Huh? I bet she's still with you because of your pettiness. Because of pity. Being alone on an inhabited island is more entertaining. Come on, excuse me. You're a spoiled brat. Mommy is... I didn't meet you at Purple. You can go now away. Oh, my friend. Сегодняшний день уже почти закончился. Мы приехали домой, покушали. Сейчас я хочу немножко отдохнуть, расслабиться, потому что я прям очень сильно устала. Хочу досмотреть сериал «Революционная любовь». И если потом еще останутся силы, ну, я по-любому... Даже если сил не останется, но я по-любому прочитаю хотя бы там одну-две главки вот этой вот книжки. Потому что сегодня что-то я совсем не уделила должного внимания чтению. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Увидимся с вами завтра. Всем удачи, любви, успехов.
идите с улыбкой по жизни. Пока-пока! Всем привет, меня зовут Ахерке, и вы на моем канале. Сегодня у нас 4-й день. Скорее всего, это видео выйдет вместе с 3-м днем, потому что вчера я снимала совсем чуть-чуть. Сегодня я попытаюсь исправиться, но я ничего не буду вам обещать лучше, потому что... Да, лучше ничего не обещать, чтобы вы не расстраивались потом. Сейчас я собираюсь в универ. Быстренько давайте накрасимся и поедем. Пока крашусь, конечно же, я смотрю своих блогеров. И один из них, одна из них, это Алиша Мари. Вот, вот эта девочка из Америки. Снимает очень прикольные видео, также снимает ежедневные влоги. И практически каждый день, да, я собираюсь с ней. Тот же самый мост. Но сегодня прекрасный солнечный день. Ни единого облачка на небе. Чудесно. В общем, с момента, когда вы меня последний раз видели, уже прошел целый день. Уже почти 6 часов. Весь день я была в лапке. Я бы поснимала бы, но, во-первых, у меня не было свободных рук. Постоянно что-то я делала. И даже когда ждала, пока у меня там... Ну, проходил эксперимент, бывает так, вот что-то поставишь, и эксперимент там, допустим, идет, ну, реакция какая-то протекает, полчаса, час ты ждешь. И у меня сегодня так получилось, что даже эти моменты ожидания мне были заняты какими-то другими делами, так что я не смогла поснимать. Ну и, в принципе, я не думаю, что вам так уж интересно посмотреть, что происходит в лапке. Ну, только если вы сами, допустим, не занимаетесь... изучить биологии там или чего-то подобного. Вот. Я сейчас пришла уже в общагу. Сейчас покажу вам. Это French Room. Кабинет, в котором проходят уроки французского. Есть французский клуб у нас в универе. Вот. Ну что могу сказать? Крутые ребята. Вот у нашего K-pop клуба еще нету собственного кабинета. Ну, что там кабинет? Своего зала нету. Один вообще на 1000 миллион клубов. Ну ладно, и на том спасибо. Здесь вот книжные полочки, красивые какие-то яркие книжки. В общем, здесь у нас будет проходить аудишн. То же самое, что и было вчера, но вчера не все ребята смогли прийти, поэтому мы продлили на 2 дня, и сегодня тоже у нас будет аудишн. Что же вам интересного рассказать-то? Особо ничего интересного не происходило. Я вот только что поела, времени не было пообедать, ну и в принципе я так особо сильно не была голодна, так что я вот потерпела, уже почти до времени ужина дотерпела и пообедала. Вот что бывает, когда ешь арахисовое масло. На заметку, если вы знаете, что вам будет некогда, возможно, поесть вовремя, то ешьте побольше арахисового масла, очень калорийное. Я так, ну, подозреваю, что это именно вот арахисовое масло, потому что с тех пор, как я стала есть его на завтрак, мне не хочется вот прям сильно есть во время обеда. Ну, в смысле, когда приходит время обеда, мне не так сильно хочется есть, как это было раньше, до того, как я стала есть арахисовое масло. Такая реклама. Чё у меня с волосами? Ужас вообще какой. Кстати, вчера... я поговорила со своими братьями по телефону, они смотрят мои видео, и они сказали мне, что я поправилась. Мои дорогие, любимые братья, спасибо, что следите за мной. И это хорошо, когда у вас есть люди, которые могут вам сказать, что, ну, вы поправились, там, не знаю, или выглядите вы не очень... Может быть, что-то не так делаете. Ну, что бы это ни было, это всегда здорово, когда есть люди, которые укажут вам на ваши, ну, скажем так, недостатки, то, над чем стоит поработать. Так что спасибо, что говорите мне об этом. Теперь я буду худеть. Блин, щеки отъела, капец, конечно. Так что надо взять себя в руки. Привет, Рамазан. Вот и наш кандидат. Как дела? Ничего, пойдет. Че, готов? Надо голосовать сейчас? Ну да. Тогда нет. Ну ты же вчера их говорил.
Нет, не Джай, вы будете сегодня играть с другими ребятами еще. В разных парах еще. Повторяй это. Пота. Ладно, очки свои светани хотя бы. Халай, халай. Ладно. Скучно с тобой, Бота. Ухожу я от тебя. Мен. Добрый вечер. Кому мен сөйлесіп отырсың? Сәлем ай. Папаға сәлем айтыңыз. Давайте. Шадох, я пришла за елкой. Сила, мощь героя в народе, сила, мощь народа в сплочении. Кто знает эти строки? Мы дома. Сейчас будем есть. А потом... Который час? Может, фильм посмотрим? А елку нарядим? Вообще, я отредактировала вчерашний и сегодняшний влог. Хочу завершить уже вот сейчас, отснять концовку и закинуть видео поскорее, потому что и так, получается, вчерашнее видео вы посмотрите с опозданием, поэтому надо мне поторопиться. И что-то мне подсказывает... Ой, сори. Что-то подсказывает мне, что сегодня мы все-таки елку наряжать не будем, потому что я устала, и Марат сейчас работает. Так что, кажется, не будем, да, наряжать елку сегодня, Марат? А ты хочешь? Хочу, но я очень устала. Я не хочу сейчас это сделать, просто тяп-ляп, просто чтобы нарядить елку. Я хочу так нормально. С чувством, с толком, с расстановкой. На этом, пожалуй, я буду закругляться. Спасибо большое, что досмотрели это видео. Надеюсь, вам было хоть немного интересно. До завтра. Всем удачи, успехов, любви. Идите с улыбкой по жизни. Пока-пока.